И вот, похоже, в деле о проверках на предмет вакцинации сотрудников компании поставлена точка. Генеральная прокуратура озвучила ответ на запрос адвокатов ряда предприятий. Оснований для подобных проверок в действующем законодательстве нет, заявили представители надзорного органа. Штрафовать работодателя, допустившего невакцинированного работника на рабочие места, незаконно. По имеющейся информации, с 1 сентября текущего года проверки граждан на рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса не проводятся. Оснований в законодательстве для таких проверок не предусмотрено. Постановления главного государственного санитарного врача не входят в систему законодательства Республики Казахстан. Тем не менее, сегодня санитарный врач столицы сообщила, что нормативный документ, который касается проверок субъектов МСБ, вступит в силу 17 октября. И в первую очередь проверками будут охвачены организации с количеством сотрудников более 50 человек.